Сереж. Ну что, перескопишь? Да. А подкинуть подписчики? Не, не надо. Почему? Почему это не надо? Расскажи, что мы сегодня будем делать, Сереж? Сегодня будем чуть-чуть тренироваться. Будем снимать твою тренировочку. Спасибо, Катерина. Как ты будешь сниматься. А я, может быть, буду иногда что-нибудь делать. Вот. Но мне лень делать, если честно. Твой товарищ сегодня здесь? Какой товарищ? С которым ты хотел сегодня побатлить. А, Александр Шпак? Шпак, да, Александр. Александр Шпак или нет? Нет. Очень жаль. Ну что, добавляйте подписчики? Мне не надо. Не добавляются? Нет. Как ты не добавляешь? Не хочу, не хочу, не надо, пожалуйста. Ну, Сереж. Надо добавить. Если добавлю твою подписчику, мне придется снимать тебя, а не себя. А я хотела снимать себя. Слышишь меня? Все подписчики к тебе прибежали. Ну и что ты там снимаешь, Сереж? Даша делает кардио. Давай, беги, беги, Даша, беги. Беги, сжигай жир. Сжигаю вчерашнюю твою шаверму. Ты не потеешь совершенно. Я потею, вот, смотри. Ну вот, ничего себе. Ну как у тебя, потеешь? Посматриваем мы. Она может попой расколоть орех. Пишет? Да. Она может все. Она сегодня супер-женщина. Супер-женщина. Ну, супер-женщина. Свой телефон. Так. Сегодня будем снимать маленькую тренировочку. Дядя Сережа поснимает меня, да, сегодня? Дядя Сережа, красавчик. Он сегодня, кстати, новости пилил для вас, подписчики. Что происходит? Что происходит? А что ты делаешь, Сереж? Это не стоит показывать. Это секретные мироновские упражнения. Нацеленные на гипертрофию мышц. Так, от нас начали отписываться, Сереж. Сволочи. Гады, ставьте ваши лайки, ставьте, подписывайтесь на наши каналы, на канал Дневник Кача и Аська Лаварская. Давайте еще аккаунты фейковые подписывайтесь. Зачем? Чтобы смотреть со всех аккаунтов, чтобы было много просмотров и много подписчиков. Я не вижу, что они там пишут. Ребят, если честно, я не вижу, что вы там пишете. Вот такая сегодня красивая. Ты, Сереж, есть что сказать? Всем мир. Всем мир. Все, мы побежали.